Так, ну отже, повертаємося ми до студії. Прямо просто зараз будемо спілкуватися з Тимуром Олєвським, це журналіст телеканалу «Дощ», російський журналіст. Будемо спілкуватися російською мовою, з вашого дозволу перейду я на російську мову. Будемо говорити про ГУЛАГ. Чому про ГУЛАГ? Тому що, по суті, дуже цікаво дізнатися, що там зараз відбувається, і от такі теми, як ГУЛАГ, піднімати досить важливо для того, щоб порівнювати те, що відбувається в Росії зараз, і з тим, що відбувалося в Росії колись. Тимур, привіт. Сергей, привет. Да, привет. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос сразу к тебе назрел у меня. Почему ты поехал в ГУЛАГ, собственно говоря? Вот, что ты там увидел? И, по сути, вот дальше хотелось бы построить разговор таким образом, чтобы вы... сравнить то, что происходило в Советском Союзе, да, вот все 70 лет с тем, что происходит в России сейчас. И самый главный вопрос, который хотелось бы поднять, это возможен ли ГУЛАГ в современной России? Вот, вот это вот тема разговора, которую бы хотелось бы обсудить. Угу. Сергей, ну, поехал я туда, потому что там как раз очень пересеклись. Мы поехали с Владимиром Роменским, с моим коллегой, потому что там как раз реальности прошлые очень пересеклись. Этот музей пытаются переделать, и мы приехали туда из-за того, что люди, которые этот музей, общественная организация, делали 19 лет, были отстранены от управления музеем. Ну, музей формально государственный, по закону все было правильно сделано, но появилось ощущение, что музей ГУЛАГа, то есть музей политических репрессий, музей, посвященный памяти людям, которые боролись за свободу совести, из-за этого сидели в тюрьмах, могут превратить в музей сотрудников ГУЛАГа, в музей памяти, в том числе и людей, которые их охраняли. Это вообще большая дискуссия в России сейчас, надо ли относиться к ним одинаково, как к жертвам режима или как участникам политического процесса, надо ли вспоминать одинаково и тех, и других, и тех, кто сидел, и тех, кто охранял сидельцев. Там речь была именно об этом, и в этом смысле в обществе очень много вопросов. Тревожно, кстати, на самом деле, но с другой стороны, вопрос уже эти надо было когда-то поднять, ведь это вопросы возникают потому, что преступления ГУЛАГа не были на государственном уровне официально во всех учебниках истории объявлены преступлением. Вернее, как они были объявлены преступлением, а потом началась реставрация режима, переосмысление того, что было, и попытки их в учебниках истории Сталина представить не палачом, а эффективным менеджером и прочее, прочее. Ну а если он эффективный менеджер, то и все, что он делал, тоже вполне эффективно и допустимо. А потом, видишь, какая история. В этом музее в последние годы содержались люди, в том числе и арестованные в Украинской ССР, очень известные люди. Но кроме того, что там были бывшие сотрудники, пособники нацистов, там были люди, которые воевали в УПА, их было немного. Там были люди, которые боролись за свободу своих стран, за национальное самоопределение. Притом боролись абсолютно мирно. Там были такие известные диссиденты в Украине, как, например, и поэт, да, Василь Стус там сидел, Литвин там сидел. Там они покончили свои дни, в этой колонии. Мы туда приехали из-за того, что выставку, организованную прошлым руководством музея, закрыли для показа. Спрятали, точнее, ее не демонтировали, а просто спрятали от людей, именно потому, что там началась война между Россией и Украиной. Из-за того, что эти люди своими портретами стали давать возможность противникам музея, в первую очередь коммунисты и национал-патриоты, говорить о том, что вот какой плохой музей он бандеровцев прославляет. Понятное дело, что они спекулировали исключительно на этой теме, просто спекулировали. Они называли бандеровцами Василия Стуса, да, или, например... Я не помню правильно, как, но помоги мне, пожалуйста, первый посол Украины в Канаде, очень уважаемый старый пожилой человек, он до сих пор жив, датчик, который, после отсидев много лет в Перми 36, потом вернулся уже в Украину и помогал писать конституцию. Вот какие-то проблемы сейчас со связью начались. Если есть возможность, повтори, пожалуйста, последних два предложения. А, завис у нас Тимур Олєвський. Будемо намагатися зв'язок
поновити із ним. Нагадаю, що говоримо ми про ГУЛАГ. Основне в мене запитання було в тому, чи можливий ГУЛАГ в сучасній Росії. Чому піднімається таке питання? Тому що дуже палкі дискусії зараз в Російській Федерації тривають стосовно цього музею ГУЛАГу, тому що одна частина суспільства не хоче, щоб цей музей перетворювався на музей співробітників ГУЛАГу, а все ж таки це був музей тих людей, було розповідь про історію тих людей, які там перебували. Повернувся до нас Тимур Олевский. Тимур, там со связью были проблемы, пожалуйста, там последние где-то три предложения повторить надо будет. Да, последние три предложения, что против этого музея выступали в первую очередь коммунисты и национал-патриоты, да, а сидели в этом музее люди, которые, например, после освобождения в своих странах стали основателями государственности. И смотри, какая интересная история. Я вот был уверен, что мы хотели найти кого-нибудь из бывших охранников пирамид Рейтсель-6, которая закрылась, если я не ошибаюсь, в 90-м году только. Да? Я был уверен, что мы найдем кого-то, кто, например, был знаком с Василием Стусом и кто, наверное, его охранял. И это, конечно, не мистическое, мы были к этому готовы, что мы найдем такого человека, но мы обнаружили его, и он работает прямо в этом музее рабочим. И он нам рассказал очень важное, мне кажется, сейчас еще раз прозвучавшее в эфире свидетельство о последних днях жизни Василия Стуса. Интересно и то, как он это рассказывает, и то, что он говорит. Я просто вдруг понял для себя такую вещь, что даже сейчас для коммунистов Российской Федерации те люди, которых они хотят называть бандеровцами, а на самом деле это украинские патриоты и люди, которые уж точно никогда в руки оружие не брали, представляют опасность, до сих пор угрозу представляют. Они до сих пор их боятся. Вот это удивительная история. Вот то, что произошло с выставкой, которая была посвящена Василию Стусу, например. Да? А почему их боятся до сих пор? Как ты считаешь? Потому что для них все наследие Советского Союза является основной идеологической базой, и они не смирились, и не, во-первых, с тем, что страны ушли и стали самобытными и свободными, а главное, что они не готовы признать то, что было, своими ошибками, понимаешь? У нас вот недавно прошел в Санкт-Петербурге слет нацистов со всей Европы. Да, вот как раз хотел тебя спросить об этом. И появилась такое, знаешь, появилась такая расхожая фраза, которую больно произносить, но об ней точно совершенно надо думать, о том, что Россия нацизм не победила, а усыновила. Никогда бы я такого не сказал. Но сейчас создается впечатление, что это так, и это страшно. И вот этот музей, вернее, этот репортаж, он на самом деле об этом. И самое смешное, что как бы не было неприятно относиться к мысли, что делать с людьми, которых называют в обществе вертухаями, если мы их не общественно порицаем, а они являются частью российского общества. Тогда, значит, нужно найти язык для того, чтобы говорить о них и с ними. И, может быть, новое руководство музея, которое говорит, что в этом музее должна быть память о тех людях, оно право на самом деле. Они действительно нужно вспоминать этот музей. Вопрос только как. Например, вспоминать ли, относиться ли с негодованием к пальцам системы, если людей в тюрьму сажал мозг, а не пальцы. Да? С другой стороны, ведь все несут ответственность за все, что было сделано. Но я бы не называл этих людей пальцами системы, они же руководствовались какими-то определенными догмами, понимаешь, какими-то собственными решениями и мыслями, когда делали то, что они делали, когда получали деньги за то, что они делали. Поэтому я бы не считал бы их пальцами. Конечно, но они более того, в России есть такие деревни, которые возникали вокруг колонии, где кроме колонии ничего не было. А есть и сейчас такие, но там не политические заключенные содержатся, а преступники, да, есть и политические заключенные, да, есть места. Вот мы, например, приехали в Пирам 36, около нее деревня, она умерла после закрытия колонии, потому что все, кто там жил, так или иначе работали либо в колонии, либо вокруг колонии. Она закрылась, и главное, основное предприятие, представляешь, да? И деревня
исчезла. И сейчас буквально вот у нас на «Дожде» появился репортаж через неделю. Абсолютно не договариваясь, мы с другим, моя коллега Мария Эйсман сняла репортаж о другой деревне, в другом совсем месте, в Свердловской области, которая выступает против закрытия колонии, потому что им негде будет работать. Это странная история, когда страна строит свою нас опять обрывают связь с тобой, Тимур, если ты меня слышишь, не слышишь. Ну, власне, в останнє зараз будемо відновлювати зв'язок із Тимуром Олєвським, де повернувся, да? Тимур, у нас проблем не повернувся. Повернувся, не повернувся. Буду задавати вже останнє запитання, тому що вже ну, достатньо поговорили, та, я мав час би вже, мабуть, і показувати. Тимур, якщо є можливість, якщо ти мене слышиш. Последняя просьба у меня к тебе. Одной фразой как-то характеризуй, пожалуйста, этот репортаж. Для того, чтобы мы создать такой, знаешь, определенный фон к просмотру. Это рассказ о том, как больно и неприятно вспоминать о преступлениях, как хочется их забыть, и о том, как их забывать нельзя. Окей, хорошо. Спасибо тебе большое, Тимур. Вот на этом с тобой попрощаемся.